Есть огромная хорошая вещь. Смотрите, как это все очень просто. Туриндустрия США потерпела катастрофические многомиллиардные убытки. Как только они снимут запреты на въезд, они будут стараться себе это хоть как-то компенсировать. И там, где выдача виз необходима, опять же будет более лояльно посольство подходить, потому что любой, даже пускай он там, я не знаю, кривой, косой, хромой, но если он просто купит билеты в Америку, то он уже принесет пользу для страны, понимаете? Поэтому я думаю, что результативность выдачи виз, вот как только эти посольства пооткрываются, будет самая лучшая за последние десятилетия. Вот есть у нас поэтому хорошая новость. Все, кто у нас сейчас в предварительной работе, мы будем ловить эти даты, и как только они откроются, мы сразу всех поперезаписываем, либо запишем заново. Я думаю, что это будет самый проходной месяц за всю историю Минского посольства. Ну, потому что дали визу, он пошел, купил американские билеты. Прилетел, купил там американское кофе, там на американском такси проехал. Уже от него польза какая-то. То есть все равно привез деньги. Поэтому это плюс. Единственное, что тут вопрос, они с мая начнут принимать или начнут принимать с июня? То есть вот вопрос такой. Пока еще прогнозировать сложно, но скорее всего с мая. Но пока на май закрыли. Было открыто на май запись, пока на май записаться нельзя. Вот такая ситуация. Мы можем сейчас сделать анкеты и будем сидеть на чемоданах, ждать, как посольство откроет запись. И как только оно откроет запись, мы сразу позаписываемся, чтобы поймать вот самые-самые ближайшие вновь открывшиеся даты, потому что это будет самый лучший коридор. Потом опять все через месяц-два вернется в обычное течение скользкой жизни. А вот первые месяцы могут быть очень благоприятными.